Подвести итоги и отметить лучших – такова цель торжественного мероприятия закрытия третьего трудового семестра. Это важное событие для юношей и девушек разных возрастов, которые совсем недавно работали в составе студенческих отрядов. Трудовой семестр 2020 года был непростым, но несмотря на все сложности, ребятам удалось проявить свои лучшие качества. Стоит отметить, что несмотря на ту эпидемическую ситуацию, которая сейчас творится во всем мире, вот я имею в виду непосредственно заражение COVID, да, в городе Бресте ситуация в рамках организации студенческих отрядов, в принципе, неплохая. То есть мы не видим большого спада. Вот, да, немножко, конечно же, оно повлияло, но хочется отметить, что более 800 студентов были задействованы в 67 студенческих отрядах. Педагогические, сервисные, строительные отряды и многие другие помогали предприятиям и организациям города. В числе тех, кто принял большое количество студенческих отрядов и студентов, детский оздоровительный лагерь «Верба». Ребята на отлично отработали 3 смены в лагере в составе педагогических отрядов. Педагогический отряд – это работа воспитателями, поэтому у нас все были трудоустроены воспитателями, они работали с детьми. Вся организация досуга, их подготовка к мероприятиям, проведение мероприятий – это все была их работа. Учитывая нашу эпидобстановку, которая была в этом году тяжелейшая, пришлось немножко нам работать в таком вот режиме, поэтому было все чудесно, что студенты приехали, те, которые были заинтересованы. Очень много было тех, которые прошли уже школу этого, так сказать, искусства, потому что по-другому студотрядовскую жизнь я назвать не могу. Да, студотрядовское движение – это настоящая проба взрослой жизни. Получить свою первую зарплату и стать независимым от родителей, попробовать себя в разных сферах, найти новых друзей – эти и многие другие возможности открываются перед ребятами после прохождения этого этапа. А главное, попробовав однажды провести лето в компании студенческих отрядов, многие не могут отказать себе в удовольствии повторить это еще раз. Этим летом мы работали в студенческом городке нашего университета. Мы в основном занимались благоустройством территории студенческого городка. Это перекладка тротуарной плитки, сделали капитальный ремонт первого общежития, а также мелкие работы, там установка бортов, там демонтаж крыльца и так далее. В общей сложности мы работали 30 дней. Зарплаты нас не обделили, было все хорошо и замечательно. Наше лето началось с детского оздоровительного лагеря «Орленок», где мы отработали вторую оздоровительную смену. Это 18 дней. Это уже была четвертая моя смена в детском лагере «Орленок». Вот, поэтому я думаю, в следующем году я снова туда поеду. К слову, работа со студентами еще не завершена. Впереди новогодние праздники, а значит и возможностей проявить себя у ребят будет достаточно. Ирина Кузьмич, Эдуард Бакунович, Александр Макаревич, телекомпания БукТВ.